На Яндекс.Дзене вышла статья «Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем». Чем сейчас занимается и как выглядит автор хита Арсен Питеросов? Армянский хит «Кайфуем» широко прославился на всю Россию еще в тучные нулевые годы, но и поныне представить любую русскую свадьбу или вечеринку без этой обволакивающей прекрасной песни в стиле кавказского шансона попросту нельзя. Автора этого лиричного ресторанного шлягера, между тем, знают далеко не все. Знакомьтесь, талантливый армянский парень Арсен Питеросов, уроженец Ташкента, где некогда играл джаз еще его папа Леон. Так, и, по-моему, он жил на Пешпекской улице, если я не ошибаюсь, в Ташкенте. Собственно, и прививший сыну такую большую любовь к музыке. Вот это папа, это сынок, и это его жена. Вот он со своей женой. Вот они с папой играют. Сейчас. Вот это Арсен. Арсену за его творческий успех Союзом армян России вручена была престижная премия «Согласие». Вот они со своей женой и папой. Сейчас они живут и работают в американском Лос-Анджелесе, городе с большой армянской общиной. Здесь вот они все вместе. Вот так. Вот такой молодой человек, родом из Ташкента. Это приятно. Я тоже жила в Ташкенте и, вероятно, видела его, когда он ходил по улицам. Я думаю, я не ошиблась, он жил на Пешпекской. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, говорите, что вы думаете об этом. Ну, а на этом все. Удачи, молодой человек. Будем ждать еще хиты, которые вы напишете.